Следующий у нас уровень — погоня на лошадях. Смотри, наш друг Максимус. О, да брось, твой друг не мой. Он плохой конь, плохой конь. О, да что ты, он такой милашка. Стоило мне только сказать, что это самый важный день в моей жизни, и чтобы он тебя не выдавал, и что у меня день рождения, как все мигом уладилось. А потом появились гвардейцы, наверное, следили за нами. К счастью, они не единственные, кто шел за нами. А, Флинн, приключения всегда такие странные. Нет, красотка. Полагаю, это как-то связано с тобой. Да. Именно из-за Рапунцель у них такие странные приключения. О! Классно, только я не понимаю, как она так забежала туда. Блин, я из-за него путаюсь. Он мельтешит на дороге, и я теряю Рапунцель. Да, постараемся тут пособирать все, что сможем. Пропускаем, конечно, очень много монеток, но это не так страшно. Давайте, давайте, ребята. Весело. Пока они убегают от погони, мне кажется, ее можно поймать за волосы. Они так далеко за ней развиваются. Просто схватить ее. Да мы вроде так быстро скачем. Ой. Мы что ли опять не туда свернули, блин. Нам нужно, я думаю, пробежать там, где охранники стоят. А то они бегают у меня по кругу. Ой! Черт, запнулась лошадка. Прости нас, лошадка. Уже лучше. Бочку давай разобьем. Что-то он как-то так откуда-то взялся. Но сейчас мы повернем направо. А, мы прискакали. Все? Круто. Такой быстрый был уровень. Ну, прикольный. Следующая деревня на острове. Милтон и Максимус стрелой слетели с холма. И когда гвардейцы отстали, мы увидели... Королевство! Мы добрались. Мое сердце выскакивало из груди. Это отсюда летят фонарики, Флинн? О, я так близка к своей мечте! Я так близок к темнице. Ты даже не представляешь, как нервозно, то есть опасно, как опасно это было для меня. О, я представляю. Слушай, это ведь я привел тебя сюда, помнишь? Я знаю, и я благодарна, но нам столько еще нужно увидеть и сделать до фестиваля. Да, но мне главное не попасться. Но сейчас они, по-моему, находятся в ее родном городе же. Где она, принцесса-то? Почему у нее волосы в фонтане? Что ж, добрались. Это дворец. Там живут король с королевой и правят всем королевством. Ух ты! Ух ты! И все?
Мы прошли через лес, чуть не утонули, отбились от королевской стражи, и это все, что ты можешь сказать? Угу. Ха. Надеюсь, у тебя просто нет слов, да? Мы пришли на фестиваль фонариков. Прекрасно! А где ваши фонарики? Ой, у нас их пока нет. Тут многие лавки продают фонарики. Хотя лучшие, конечно, у Хемида. Советую вам повидаться с ним, а потом возвращайтесь сюда с уже собранным фонариком. Ясно. Спасибо. Да, чуть не забыла. Я невероятно счастлива. Пошли, красотка. Она ее все время красоткой называет. И, кстати, куда у нас постоянно исчезают монеты, которые мы находим? А? Почему они постоянно пропадают? Вот снова ноль. Осмотрите город, сделайте свой фонарик, чтобы попасть на фестиваль. Тогда я вообще не вижу смысла их собирать, потому что, блин, ну, мы ничего на них не покупаем. И вообще никуда их не тратим, они потом исчезают. Какой смысл? Оу. Тут платьишки покупают, видимо. А ты что здесь делаешь? Выбираешь платье? Эй, Путиночка, я тебя помню по сладкому утенку. И тебя я тоже помню. И что, мы тебя не помним. Ну вот и сбылась моя мечта. Да, я всегда хотел научиться шить, кроить и создавать самые лучшие платья в нашем королевстве. Какая странная мечта. И вот я открыл свой магазин. Кстати, у меня есть платье, которое очень подойдет к вашим волосам. Правда? Это такая честь. А у нее, по-моему, так замечательное платье. О, ты выглядишь очень. В этом, а это с новым платьем. Он хочет сказать, что тебе идет. О, спасибо. Платье такое красивое. В нем я чувствую себя особенной. О, любой вам скажет, что вы особенная. Ну мы пошли, удачи. Все, принарядились, можно идти. Кстати, в этом городе ей очень прикольно заплели тогда волосы в мультике. Было бы классно где-нибудь найти такое местечко, чтобы ее заплели. Я сейчас. Что там у нас? Пороемся. Кто тут закопал клад? Ну, разбивай. По-моему, в этот дом тоже можно зайти, да? Это что она делает? Да. А, мы можем забраться наверх. Все понятно. Я думаю, зачем ей эта телега? Все, чтобы собрать монетки. Ричард. Слушайте, слушайте. Если вам нужны фонари, ищите их на рынке. За лучший фонарик будет приз, который вручат во время фестиваля. Ага. Ну, да, мы пытаемся тут искать фонарики. А, не может разбить. А ты чё застрял? Может им опять взяться за руки? Так, здесь охрана. Не, не знаю, может быть они в городе не будут нас трогать. Какой большой город! Да не говори! Это мягко сказано. Чё? Он нас будет обижать, что ли? Ладно, усыпим его. Давай-ка тут цветочки распустим, чтобы красиво было. Наведем им тут полный порядок. Так, дяденька ничего нам не скажет. Мы, по-моему, уже приближаемся
ко дворцу. Хотя нам сказали вообще где-то на рынке искать фонарики. О, покачаемся. Давай. Ой. Там всякие сундуки. Так, а как он может их разбить? Может, она его туда забросит? Как ты думаешь, Рапунцель? У тебя получится? Где он? А, да, точно. Подождите, он нам что-то подсказывает. Не знаю, что он имел в виду. Но мы вот где-то очутились. Фонариками здесь и не пахнет. Зато тут есть вот этот нехороший. Думаю, я смогу тут перебраться. Подожди, пойдем с тем парнем поговорим. Слушайте, слушайте! Он то же самое будет говорить, что ли? Приветствует нового кондитера и нового художника по единорогам. Да, мы уже, наверное, знаем, кто это художник по единорогам. Мы ему рисовали единорога. А, ну, можно, конечно, тут цветочки вырастить. Ого! Что это? Что там у тебя? Фонарик. Ой, ну я надеюсь, мы его найдем. Здесь очень большой город. Даже не знаю, где его искать. Так. Аттила. Они говорят, Аттила не может сделать хороший пирог с глазурью. Ха! Другие смеются над толстяком, который любит кухню. Но я, Аттила, говорю вам, мои кексы вы не забудете. Вот, попробуйте. Правда, как вкусно. Да, это очень вкусно. Спасибо, что помогли Аттиле осуществить мечту. В лесу не сыскать хорошего сахара. Одни комки. Аттила должен вернуться к приготовлению нежных кексов. Мы нашли восхитительный кекс. Ух ты! В общем, у них тут целый праздник. Так, что-то он нам опять подсказывает. О! Это твои свечи? Они ручной работы? Да, юная леди. О, какие красивые! Ох, пахнут корицей, сосной, гвоздикой. Вы тонко чувствуете? Да, мои свечи берут для фонариков, и я славлюсь огромным ассортиментом. Ха-ха, беру это! Эй, стой, вор! Я не могу терять товар! Не бойся, мы поможем. Оу, а это обязательно? Да, вперед! Не удивлюсь, если я с ним знаком. Что нам нужно сделать? Чем ему помочь? Вы уже поймали вора? Нет еще. Мы что, прибежали вот сюда? Я самый быстрый вор в королевстве! Так, нам нужно до него добраться, да? Предоставь это мне. Так. Забираемся. Блин,
Нам нужен Флинн. Опа! Тут мы до него добрались. Похоже, он слинял. Да, добраться до него. Предоставь это мне. Так, так, так. Ага, а как мы заберемся наверх? Интересно. Давай-ка ты у нас поработаешь. Любая стена нипочём. Да, тележку только подкатим. С помощью Рапунцель. Она может ее выкатить? Так, а вот теперь залезай. И как дальше? Вау! Упс. Попался. Опять слинял. А, кстати говоря, там у нас, по-моему, есть новый цвет. Давайте возьмем, раз уж мы нашли способ сюда залезть. Черт, он свалился. Что ты такой корявый-то? Давай. Осторожно. Давай. Я перелечу. Ну что? Поймали. Ладно, ладно. Простите. Зачем ему была эта свечка? Какой-то странный вор. Он спер свечку. Ладно бы деньги. Вот тут столько, например, бочек, в которых лежат деньги. О, коровка! Коровка! Привет! Большое вам спасибо! Вот что! Разрешаю вам выбрать любую свечку! Оу, спасибо! Рады помочь! Да, мы взяли свечку-то? Большое... Оу, спасибо! Да? Ну ладно. Пойдем дальше. Нам нужны фонарики. Мы нашли еще какой-то прикольный цвет. Что для этого нужно? Что не так, мистер Хэммит? Моя вывеска. Все видят, что она старая и блеклая. И думают, мои шелка такие же. Обожаю рисовать. Давайте я ее исправлю. Как было бы здорово! Вы просто волшебная девушка. Вы не представляете, насколько. Если можно, моя жена очень любит розовый цвет. Пусть на вывеске будет немного розовой краски. Нарисуйте новую вывеску. Используйте розовую краску. Да ради бога, пусть все будет розовое. Как тебе такая вывеска? Мы очень стараемся порадовать твою жену. Закрасили вообще все розовым. Надеюсь, вы счастливы. Как вам новая вывеска, мистер Хэммит? Ну, я представлял нечто иное, но зато это что-то новенькое. Спасибо, дорогая. Ну, раз вы мне помогли, я хочу вас отблагодарить. Выберите любой из шелков и сделайте себе из него фонарик. Спасибо, о, мы можем сделать фонарик. Очень мило с вашей стороны. Круто. Круто, круто. И что? Вам новое вывеска. Ну, спасибо. Ну, раз вы... Спасибо. Очень мило.
Итак, мы уже можем сделать фонарик. Да? Да блин. Держи, мы тебе еще цветочки здесь наростим. Да, и нарисуем их еще у себя в журнальчике. Так, ну, как я понимаю, мы уже можем отправляться. Ой, как-то мы интересно так пропрыгали. А что тут? Поговорить с Кэти? Скорее бы стемнело. Хочу зажечь фонарики. У тебя такие волосы. Когда я вырасту, отращу такие же. Мы пришли на фестиваль фонариков? Да, но у нас нет фонарика. Как же так? О, думаю, нам нужен каркас. Эй, мы сделаем вам каркас. И будет повеселее этой скучной пантомимы. Стойте, я знаю. Устроим гонки. Победишь ты, сделаем тебе каркас. Здорово, давайте повеселимся. Опять мини-игра? Нам, наверное, нужно будет бежать. Детская гонка. Точно готовы? Ну, не знаю. Мы не готовы. Гоните девочку. Она еще в припрыжку бежит. Кстати, там была та самая краска. Куда бежать-то, девочка? Что, назад? Ой, она так странно бегает. Ой-ой-ой, подожди, нет, мы хотим этот флажок. Девочка забрала флажок. Да блин, где она? Опять девочка забрала. Наверху, наверху, я его вижу. Я хочу вот эту краску. Она бежит, ничего не понимаю, мечется как-то странно. А вот он, мальчик машет. Все, нет, Рапунцель, ну не прыгай. Подождите, мы раньше возле него были. Почему девочка собрала? Она нас сейчас еще обгонит по флажкам. Опять он там машет. Ай, я запуталась на ступеньках. Мальчик наверху машет. Все, отлично. Пора заканчивать. Так, пора. Не этот мальчик. Она путается у меня под ногами. 8-8. 9. Так, этот мальчик не машет. Все. Неплохо. У тебя будет особый каркас фонаря. Вот такой. Что ему от нас надо? Я где-то видела краску, и вот очень ее хочу.
Вот она наверху. Два из трех. Так, отлично. У нас теперь, наверное, есть практически все, что мы хотели. Ну, Рапунцель. Никогда не видела столько всего в одном месте. Так ты потому что жила в одной комнате. Все время. Мы собрали новую краску. Классно. Так, я не знаю, правильно ли мы делаем, но у нас вроде как уже все есть для того, чтобы собрать фонарик. У нас есть свеча, есть шелк, есть каркас. Так что, думаю, мы можем отправляться. Да, вот так, в припрыжку. Где-то там отстал наш Флин. Почему отключилась музыка? Странно. О! Был какой-то перерыв. Прыгайте, задевайте фонарики, чтобы удержать их в воздухе. Скорее, поехали! Интересно. Вау! Да, хорошо бы мне было здесь с напарником, чтобы кто-нибудь играл за Флина. А, вот он стоит, он, по крайней мере, один будет поднимать. А, кстати, с тем что-то не то. Посмотрите, он падает. Эй! О, упал. Блин. Почти закончили. Да? Да, но один упал у нас, к сожалению. Этот отскочит от Флина. Хорошо, что он стоит прямо под фонариком. Классно! Все, у нас здесь появилась мини-игра. Звездочка. И мы завершили этот уровень. Клёво.